Ага, да, именно ты, чашкоголового смотришь. Ну, добро пожаловать и привет. Что я могу сказать? Я снова остыл, соответственно, можно и идти дальше. Отлично, ребята. Теперь есть апгрейд для ваших аэропланов. Угу. Так. Переключайте просто свое оружие. Угу. Попробуйте. Equip with mini-bombs. Switch your weapon anytime during battle. Окей, давайте посмотрим, что там вообще может быть. Ладно. В общем, можем теперь пускать бомбочки. Отлично. Так, ride closed. Карусельки закрыты. Ты не сможешь поймать меня, пока не сократишь свой путь. Это то, что сделали хулиганские мальчишки на прошлой неделе. Так, это единственный способ, чтобы они смогли меня победить на гоночках. Может, ты мне сможешь показать, где короткий путь? В душе пока не чаю. Так, ну, давайте начнем. Так, Funfair Fever. Funfair Fever. Окей. Давайте смотреть, что это такое. Кого надо бить? Run and gun. Так, самонаводяшечку возьмем. О, отлично. О, это что-то сложное, я так понимаю, да? Батут это хорошо. Батут это очень весело. Ну как, сравнительно, конечно, весело. А что так быстро уделывают-то меня? Вы серьезно? А, блин, что я зря это сделал, да? Лады, попытка номер два. Да. Блин, как здорово сделано, слоники. Клоуны, эффект присутствия. Серьезно, как в мультфильме прям. Так, ладно. Попробуем так, появилась идея, если вообще шары не трогать, ведь они никак на меня не среагируют, правильно? Правильно. Логика все-таки где-то в голове есть какая-то, минимальная. Чашка. Чашка твоя. Голова. Нет, все-таки задел меня эта сволочь. Ладно. Привет, пока. Волшебник изумрудного города. Окей, клоуны, катающиеся на шарах. Здорово сделано. Шмотки какие-то сушатся. Почему-то подумал про слоненка Дамбо. А, не сразу дошло, что я сделал, но понятно. Взаимодействие все-таки. Так, это что такое? Какие-то мишени похожи на тир. Давайте посмотрим панели. Не проваливаются же. О, ёкаломная. Вы кто такие вообще? Роботосы какие-то. Я вообще не знаю, кто это такие. Они стреляют? Мамочки мии. Это же плохо. Ауч. Ауч. Это что за вакханалия сейчас была? Здесь, наверное, просто дэша надо лететь и все. Мозг не парит. Ладно, вернусь тогда, когда дойду до этого момента. Половина уровня прошел. Да. Ладно, пробуем еще разок. А к чему это нас приведет, неизвестно. Но давайте попробуем, давайте посмотрим. Так, в каком порядке, где и что здесь летает? Скорее всего, по порядку. Сверху вниз. Ага, это, сейчас это будет серединка. Да. Угу. Тогда так, вот так. Идти, нифига себе! Все, ну здесь мы отстреливать начинаем. Скорее всего, посередине сейчас никто не полетит. Ага, вот так. Ёлки-палки. Пушки. Ну-ну. Как все сложно, как все запутано. Снова волшебник появляется, какую-то лабуду бросает. Шарики опять пошли. Может, не нужно шарики пускать больше? Я что-то и так плохо играю. Куда уж мне еще шарики? Привет. Здесь лучше, наверное, сделать как? Сделаем так. Допустим. Не надо. Ну, да. Не то, что я хотел, конечно. Отлично. Спортсмен-культурист, змея волшебная и женщина с бородой. Это, конечно, всегда круто. А, надо было дэшем. Так, это босс, да? Я так понимаю, это босс? Ау. Неожиданный эффект. Неожиданный эффект. Лови. Лови. Аккуратно.
Все, размочалили мы эту фигулину. Ох, блин, как все сложно. Так, SN. Это что такое? Это какая-то печенька? Что там летит? А, это шары или я не знаю, что это? Я молодец. Я почти дошел до конца. Лалка. Что ж, пробуем отсюда. Давайте смотреть. Я случайно соскочил с платформы, причем очень глупым способом, наверное, да? Так, опять какая-то лабуда прыгающая, непонятная. Что это такое? Сложно понять. Тут сопли полетели. Какая-то фигулина. Я не знаю, что это, но ладно, пускай она летит. Мы ее трогать не будем. Нам это не интересно. Так, отлично. Опять какая-то шляпа. Какие-то слизнячки. Я не знаю, очень странно сделано. Что это, шары какие-то или краска? Может быть, клоуны какие-то развлекаются. Так. Слушайте, надо было просто чуть-чуть внимательнее проходить, и все. Ну вот, не совсем. А, фигня какая-то. Какая-то фигня. Ага. Сосиска какая-то. Хот-дог, в общем. С соусом. А, это горчица. Это горчица и кетчуп. The sweet spot. Так, always fresh, soda, popcorn. Фу, сколько я это проходил? 3 минуты практически. HP бонус 2 из 3. Gold coins. Пари у нас не было. И грейд у нас B-. Ну, сойдет. Сойдет, конечно, но не густо. Так, я получил дофигища монет. Что ж, давайте прикупим что-нибудь. Здесь есть новый магазин. Сразу заметил. Так, Поркинс Эмпориум. Поркинс, все время хочет сказать Поркинс. Рандабаут. Так, это не надо. Лоббер, медиум рейндж. Слово рейд, шугар. Чардж. Не, вот. Вот, наподобие бумеранга что-то. Пурчейст. Так, задержите атаку для увеличения урона. Никакого быстрого огня. Угу. Терпение и спокойствие. 4 монеты. Угу. Первый пари автоматическое. Угу. Нужно всего лишь прыгать и все. Купить, что ли? Давайте купим. Живем один раз, как говорится. Кофе. Автофилметр. Так, суперметр continuously fills in addition to what you earn. Хорошо. Если что, потом прикупим. Хорошо, теперь у нас есть новое оружие. Давайте попробуем бумеранг вместо красных пик. Или как это называется, красные пики. Вот, roundabout. Так, ну что, оценим, наверное, да? Так, шорткат. Мадам, извини, пока никакого шортката. Это что у нас такое? Это какой-то босс. Авиареакшн. Опять летать? Ну ладно, полетели. Мне того уровня хватило. Switch weapon. А, вот оно что. Вудпекер какой-то. Очень похож на вудпекера. Бля. Неподобно, ничего подобного. Дрозд ты мой. Дрозд ты мой, ничего подобного, ничего у тебя не получится. Бля, давай. Ауч. Какие-то канарейки летят, или что это вообще? Сколько, интересно, валить надо? Сколько стадий? Вот что меня интересует больше всего на данный момент. Ух ты. Так, вторая стадия, судя по всему, да? Ох ты, чикен какой. Чикен ты чикен. Блин, зря я это сделал. Хорошо, я прошел до второй стадии. Ну, фигово я прошел. Фигово. Проще делать вот таким образом все это. Я так понял. Не знаю, конечно, где правда. Кто прав, а кто виноват. Но мне кажется, что это делается именно таким образом. Так, получай. Теперь он начинает заниматься ерундой вот такой. Мы, если что, можем уменьшиться. Ну, если вдруг маневрирования не хватит большим самолетиком, то уменьшаемся, просто держимся опять же с краешком. Все. Он устал. Палим дальше. Ну, здесь проще, наверное, держаться посерединке. Я так понимаю. То есть тактика здесь элементарная. Опять же, с краю, чем...
крайнее мы держимся, тем лучше. Вот и пошла стадия. О, ёкало, какая-то другая стадия. А, настолько все быстро произошло, что я вообще не понял, что произошло. То есть это очень быстро все было. Лови. Давай, 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 давай. Ах ты сволочь поганая. Ах ты сволочь, ах ты скотина. Ах ты просто подлец. Ты просто подлец, понимаешь? Ты просто сволочь. Маленький пернатый друг. Ты гад. Ты просто поступил подло. Ты поступил очень подло. Скажу я тебе. Ты как гад поступил. Не то слово. Два удара. Интересно, свалю я его, не свалю? Оу, yes. Так, это паришка была. Ну ладно, пари, не пари. Это, конечно, все хорошо. Серьезно, еще одна стадия? Может, не надо? Воу-воу-воу-воу-воу. Погодите. А. Хорошо! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Что за магниты там какие-то падают? Что это происходит? Какие-то пилюльки. Не-не-не-не-не-не. Ничего не надо бросать. Никакой хлам не надо бросать. Стыдо... Ба! Ну, пташня, давай. Понеслась сбрасывалка, понеслась сбрасывалка. Так, пилюли пошли, пошли пилюли. Нам это не нать. Давайте магнитики попускаем. Пускай они тоже будут. Я думаю, что это правильно. Так и должно быть. Так, шляпа пошла. Всякий шлак. Наглотался всякого шлака, парень. Блин, да что ж такое-то, черти меня подставляют. Так нечестно. Меня подставляют птахи мелкие. Это несерьезно, серьезно и несерьезно. Нокаут. Ничего не успел сказать. Уже сразу бац и прошел. Да. Ну, этот попроще, чем Луна. Босс. Напомнила мультики с Вуди Вудпекером. Ну, не знаю, как там правильно делается. Это очень сложно. Тот, кто озвучивал, просто красавчик был. Так, Brand New Record B-. Сойдет. Я недоволен своим результатом, да и фиг с ним. Ладно. Ну что, подписали еще контракт. Ей, Wally Warbles. Так, отлично. Это мы сделали. А что ты нам скажешь теперь? Ты не можешь поймать меня, если не покажешь шорткат. Но я тебе все... Я тебя поймал. Так, что у нас еще здесь есть? Как бы испытать-то новое свое оружие? Скажите мне, пожалуйста. Ёлки, сколько здесь уровней? Почему здесь так много всего? Это что за чел? Почему я не могу испытать свое новое оружие? Свой бумеранг. Remodeled. Not as last year. Что-то там. No, not as... Не понял последнее слово. Так, давайте попробуем вот эту лабуду. For all your battles and all my rhymes. Так, сквозь все твои битвы и мои стихи. Нифига себе, ты зафейлился и подох 92 раза. Серьезно, откуда ты взял вообще это? Серьезно? О, это видимо, пруд правды. Пруд правды. Нифига себе, я фейлую, парень. Сюда нельзя? Нет. Ага, на этом острове мы все сделали. Так, здесь тоже все выполнено. Вот смотрите, есть пирамидки. Midway Mystery. Опять босс. Jimmy the Great, Pyramid Pearl. Ошибись. Лады, погнали. Так, мне нужно попробовать новое оружие. Бумеранг, или как он называется там. Ух ты! Как Аладдин. А, опять это дно летающее. Ну серьезно, я не хотел летать. Ну пожалуйста, может не надо было. Ну что это такое? Может не надо было летать. Ну пожалуйста. Я вас умоляю. О, пятюнько. Вот, блин, я забываю про пятюни постоянно. Вот что я могу сказать вам. Гораздо проще можно их проходить, но я забываю про пятюни. Вот мой минус, наверное, в этом во всем прохождении. Ух ты. Вот эта пирамида очень отвлекает. 3D-пирамида просто нереально отвлекает. Чё? Ты, блин, Флэппи Бёрд прям. Скажу я вам, да? Вот один в один Флэппи Бёрд. Такое же дно. Такое же опасное дно. Нет! Давайте посмотрим других боссов, может быть, да? Юрий Лидин стекап. Действительно, не состыковался, в общем, не сложился. Бомбилово. Так, ладно. Давайте попробуем что-нибудь еще, коль у нас есть еще уровни открытые. Смотрите, какой-то чел стоит. Ты разговаривал с Квадратусом? Угу.
сущности, которая находится на конце острова. Так, ну молодец, да, как бы. Угу. Здесь заперто. Есть еще вот такой уровень. Есть мосток. Не то чтобы уровень. А здесь мы что упустить могли? Здесь что есть? Здесь ничего не работает. Зайти я не могу. Так, вот такой обычный классический уровень находится за речкой. Но я туда никак. Деревце, магазин. Ну, не дано нам третьего, не дано. Давайте посмотрим здесь. Мавзолей 2. А, ну мавзолей так мавзолей. Мавзолей так мавзолей. То же самое, да? Угу, хорошо. А, фига там. А, подождите, а я эту штуку-то не включил, да, получается? Если я ее взял, конечно, авто... Или я не брал авто... Автофигульну я не брал, не помню. Автопэри. Честно говоря, сейчас не вспомню. Опа, печаль. Я думал, что долечу, не долетел. Ух ты, новые враги. Ничего себе. Сложненько. Как мы любим, да? Не совсем, конечно. Мы так-то не любим сложные игры, но, видите, судьба вопросила, чтобы я сыграл в эту игру. Так, Виктори. Да вообще по красоте сделал, просто как царь, ну. Так, я знала, что если я здесь буду болтаться, я найду для тебя что-то новенькое. Но я не думала, что я снова попаду в ловушку. Спасибо, что спас меня во второй раз. Возьми свой супер... свое супер искусство. Так, окей, ну что-то там мне дала, интересно. Супер искусство, классно, я перевожу, конечно. Мастер перевода просто. Мавзолей мы слили. You unlocked a new supper. Отлично, чашка номер 2. Давайте попробуем ее сразу же засандалить. Чашка номер 2. Invincibility. Cross the astral plane to become an invulnerable for a short time. В общем, бессмертен я буду. Короткое время. Shot A. Так, давайте посмотрим. Shot B. Charm. А, вот, пищугар. Это у нас hard extra hit point. А эту пищугар объединить вместе их нельзя, да? Вот у нас автоматическая пари. Ну да фиг с ним. Блин. А чё, кроме этого босса, ничего нельзя больше пройти, да? Я не хочу. Мне в западло туда идти. Пирамидиус. Почему так сложно все? А, вот же еще есть тележки. Пойдемте. Carnival Kerfuffle. Beppy the Clown. Beppy Clown. Ну, рискнем. Let's go. For swell battle. Swell battle. Хочу чаще идти за ней. Нет, не надо было так делать. Что-то я сам с собой ездить зачем-то этот товарищ. Ага, уточку надо болить. Это я коломенне. Еще и лампы какие-то падают. Что вообще происходит? Ого. 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 Так, это шарики. Шарики, злые шарики различные. Тут поезд какой-то прибыл. Мама мия, ешь дульми. Так, красные собаки, опять же, можно их на пари брать. Есть такой момент. Автоматику надо сделать, автоматику. Для таких врагов только автоматика. Остальное это очень сложно. Да, серьезно. И спейшл накопился. Блин, Вася, 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 Вася. Что ж, попытка номер 2. Не знаю, чем это закончится все, конечно, это веселье, но ладно. Так, Парижка пошла, но Парижку я профукал, ладно. Опа. Давайте попробуем быть инвинсибли. Инвинсибли. Я пока инвинсибл, так что нормально. Во, отлично сработал. Бумеранг вещь хорошая. Ну, не бумеранг, а что это? Я не знаю, назвали в комментариях бумеранг, я еще подумал. Ладно, бумеранг так бумеранг. Ага, фига там с маслом. Ох, Вася, я вообще не заметил, что произошло. О-о-о, еще проходите, проходите. Тук-тук, кто там? Чарли, Чарли кто? Чарли лошадь. Чарли конь. Ладно, пробуем еще раз.
Ну, let's go, let's go, let's go. Так, хорошо. Попробуем так, наверное. Ох ты, ну не совсем. Не совсем зря я это сделал, наверное, да? Оки-доки. Ауч! Один удар. Не, я не смогу это пройти сейчас на один удар. Скорее всего, это будет фейл сейчас, да? О. Так, поездок. Для чего и как? Что, еще не умер, что ли? Уууу, так, колючие, шипастые штучки, дрючки всякие. Так, здесь, наверное, самонаводяжка понадобится, да? Нет? Опа, качели. Качели, это интересный элемент. Что-то я как-то боюсь играть уже. Ой, секунду. Ага, подождите, а что это так? Ой, блин, зря. Надо бессмертие брать. Надо брать бессмертие, это просто Алис Капут. Это просто какой-то Алис Капут, ладно. Так, снова тележки. Ой, блин, ой, блин. Они сейчас закидают меня всякой шляпой, да? У-у-у, ребята. Нокаут, серьезно, нокаут? Я выжил. Геймпад в сторону. Блин, как я напрягся. 2.19 HP бонус, так, пари не делал вообще. Вот лалка-то. Суперметр C+. Сойдет нам. Нам сойдет, друзья мои. Нам сойдет. Это как-то сложно и как-то очень тяжело. Так, отлично, разблокировали нам новый путь. Отлично, Beppe the Clown is defeated. Ну что ж, здесь я предлагаю серию закончить, потому что я снова устал, я снова согрелся. Поэтому я с вами прощаюсь, хорошего настроения. Что ж, будьте здоровы, не бомбите. До новых встреч.